На плацу межвидового регионального учебного центра сержанты, прапорщики, офицеры. Все те, кто показал свое мужество и героизм в зоне специальной военной операции. А собрали военных по приятному поводу. Глава региона Алексей Русских вручил связистам новенькие автомобили УАЗ. Компанию губернатору составила руководитель общественной приемной «Единой России» Марина Беспалова. Все политические партии, весь российский народ, руководство страны, руководство регионов, все сплотились во имя одной единой цели, во имя нашей с вами победы. Я очень благодарен всем ульяновцам, всем россиянам, всем, кто принимает самое активное участие в сборе гуманитарной помощи для наших ребят, которые находятся в окопах, для семей мобилизованных. Тем временем в Ульяновской области продолжается сбор гуманитарной помощи. По словам Алексея Русских, эту работу продолжат и в 2023. Мы знаем, что жены, дети военнослужащих всегда находятся под опекой. Все мероприятия проводятся совместно. И наши бойцы знают, что никогда никто их не оставит. Поэтому Бог нас бережет. Все грузы собираются, исходя из поступающих заявок от командиров подразделений. В каждую посылку входят и письма от детей со словами поддержки. По признанию самих военных, получать детские рисунки и пожелания не только ценно и трогательно. Еще и отлично мотивируют. Неравнодушных приглашают обращаться с интересующими вопросами по телефонам 72 77 28, либо 8 960 372 77 28. Анна Тищенко, Улправда ТВ.